Число мигрантов, нелегально пересекающих границы Европейского Союза в 2017 году, будет примерно таким же, как и в прошлом. Это прогноз агентства Евросоюза по контролю границ Frontex. В 2016 году в Европу нелегально прибыли в основном по Средиземному морю 1 800 000 мужчин, женщин и детей. Такие цифры приводятся в опубликованном в среду докладе Frontex. Суда, используемые, чтобы переплыть Средиземное море, становятся все меньше, а людей на них все больше. В среднем 160 человек на борту, в то время как в 2015 году такие суда брали на борт не больше 100 человек, констатирует исполнительный директор Frontex Фабрис Леджери. Это одна из причин, по которым, несмотря на то, что в Средиземном море спасением мигрантов занимается целая флотилия, очень многие погибают по пути к европейским берегам. В 2016 году более 5000 человек утонули и пропали без вести.